По информации, которая была вчера в процессе заседания штабов, действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Отмечается то, что дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация, и знали, как себя вести. Очень важно, уважаемые коллеги, отметить, что дети беспрекословно в этот момент слушались учителей и выполняли те задачи, которые учителя перед ними ставили, для того, чтобы максимально сберечь жизнь, для того, чтобы максимально уменьшить количество жертв на объекте. Действия учителей оценены как правильные, повторюсь, и это, конечно, стоит и нужно нам с вами всем вместе отметить.